Турнир по художественной гимнастике проводится уже на протяжении 20 лет. В этом году было задействовано более 200 спортсменов как из Крыма, так и с материковой части России. Соревнования пройдут в 3 этапа. Победители выберут по разным возрастным категориям. Чтобы на уровень еще выше поднималось, это, конечно, задача Министерства спорта. Надо помочь инвентарем. Конечно же, стоит очень острый вопрос в инфраструктуре. Надо строить комплексы, надо академии. Планируется в перспективе, есть такая задумка, создать академию художественной гимнастики, понимаете, чтобы было несколько залов. За призовое место боролась и маленькая Александра из Симферополя. В категории художественных элементов с мячом она была единственной участницей и, естественно, заняла первое место. Быть гимнасткой – это не очень легко. Надо очень много трудиться и очень много работать. Надо многие годы прожить на гимнастике, очень много тренироваться. Художественная гимнастика – это визитная карточка полуострова. Уверены организаторы, на развитие этого вида спорта брошены все силы. Надеются, в следующем году на открытый турнир Республики Крымские Грации придут гости не только из Краснодарского края, но и со всей России. Мэри Бадунс, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.